Всем привет! Меня зовут Наташа, я из города Красноярска. Снова разбирала я свои остатки пряжи. И снова я нахожусь в легком шоке, конечно. Это далеко не вся пряжа, которая у меня скопилась, остаточки. Это так, малая часть, которую я только выложила на стол, чтобы вам показать. Снова встал вопрос, что же мне делать с этими остатками. Как бы для целого какого-то изделия этого мало. Нужно что-то изобретать. И я придумала, что можно связать. Каждый из нас. Я придумала замечательную вещь. Я придумала прямоугольник. Прямоугольник из квадратных мотивов. Можно из прямоугольных мотивов. Но квадратный мотив, он самый простой. Его можно компоновать как угодно. Почему прямоугольник? Потому что из прямоугольника мы можем сделать все, что захотим. Вот я собрала пряжечку по цветам, как мне нравилось. Вот как она сочеталась, наложила себе моточков, целую кучу моточков. Если мне что-то не нравилось, я убирала это в сторону, добавляла какие-то другие цвета. В итоге села, навязала квадратных мотивов, бабушкиных вот этих квадратов. В конце видео будет в правом верхнем углу ссылочка на мой мастер-класс, конкретно вот по этому бабушкиному квадрату связанному. Поэтому повторять я сейчас его не буду, смысла в этом нет, потому что, наверное, многие из вас умеют вязать. Здесь речь о самой идее, как можно легко и всю пряжу переработать. Быстро и легко. Квадраты эти вяжутся моментально. Навязываем целую кучу квадратов. Можно вязать большие квадраты, а можем вязать, сейчас покажу, вот такие вот поменьше, да, чтобы из 4 квадратов составлять один большой, равный примерно по размеру нашему большому квадрату, да, чтобы вот так вот, ну, по-разному делать. Можно маленькие квадратики вязать, можно вообще вязать, не знаю, всего 4 больших квадрата связать, огромные их вязать до бесконечности. Узор в каждом ряду повторяется. Как начинается он с первого ряда, так он и повторяется в каждом ряду. Вот, навязали миллион этих квадратиков, разложили на полу прямоугольник. Видите, что пряжка такая мягкая, к телу приятная, хорошая получается у вас, да, вы же потому что будете вязать, может быть, где-то в одну ниточку, где-то в две ниточки, чтобы толщина у вас была одинаковая примерно этих квадратов всех. Вот видите, что пряжка хорошая, приятная к телу. Вы куда? Можно использовать как пледик, да, такой плед небольшой. Мне очень удобно, вот, например, ноги мерзнут, сейчас холодно дома, осень, да, сажусь вязать, я раз накинула пледик такой, так удобно, хорошо, приятно, комфортно. Не целое одеяло это тащишь на себя, да, вот такой пледик небольшой. Вот, если, например, вы подобрали цвета так, что это подходит вам под ваш гардероб какой-то, да, это и ниточка потоньше немножко, это может стать замечательным палантином. Я набросила, у меня Маринка есть, ну, моя модель, уже кто-то знает, наверное. Я на нее набросила так, сяк этот палантин. Слушайте, ну здорово, яркий такой осенний. Вот, если вы подберете цвета, это немножко, ну, не в моем стиле. Я джинсы люблю и такое все носить спортивного стиля. Но если вы носите черное пальто или какие-то вот такие вещи стильные, строгие, да, то палантин яркий осенью вообще замечательно. Накинули, все, вы шикарная женщина. Дальше, например, достаточно у вас толстая пряжа. Тут вот я постирала просто уже его. У меня шерсть, и она маленько, видите, как свалялась. Вот если бы я весь вязала его такой пряжей, вообще был бы, конечно, классное такое одеялко получилось бы. Вот, например, у вас толстая пряжа, да? Или там вот вы взяли, в несколько ниток связали этот прямоугольник. Что мы можем сделать? Мы можем положить его, не знаю, на лоджию. Мы можем положить в ванну, как коврик. Ванну, очень красивый, яркий коврик, да, толстенький такой, на него ножками потом встаем, вообще замечательно. Вот, можем ребенку в комнату, да, связать, какие-то цвета подобрать, такие яркие детские, и положить такой замечательный коврик. Это опять прямоугольник у нас идет, да, или связать длинную дорожку, например, куда-то положить ее в коридор, на даче, может, где-то.
Вот, если подлиннее свяжем, покрывало можно сделать, если у вас хватит терпения, конечно, это покрывало и хватит пряжи. Вот, мне хватило, ну, где-то у меня тут метр, наверное, 2 на 1,5 получился прямоугольник. И вот он такой тоже прям, ну, я не нарадуюсь, я его везде. Вот у меня кошки, например, да, еще они прям любят на это все дело ложиться, я, конечно, им не сильно позволяю. Вот, но диван застелить красиво, мне нравится. Они запрыгивают, так его стряхнул, все хорошо, прекрасно. Можно небольшой прямоугольник связать, положить на подоконник, если у вас животные, да. Сейчас там батарейка греется, и они все туда лезут, на этот подоконник. Тащат какую-нибудь там не очень чистые лапы свои. А тут легли на этот вот, на эту подстилочку. Красиво, вам красиво, им приятно. Все счастливы и довольны. Конечно, ничего такого сверхъестественного и нового в этой идее нет. Но, ну, вдруг вот, вот лежат у вас остаточки, и вы просто не знали, ну, что с ними сделать, с этими остатками. И тут вот моя идея стала, не идея, а моя такая мысль, она стала решающей для вас. И вы сейчас пойдете и соберете всю свою пряжку, и навяжете 1 000 000 этих квадратиков, и сделаете что-то очень-очень красивое. Пожалуйста, отправляйте мне фотографии всего, что вы вяжете со мной в моих соцсетях. На главной странице в правом верхнем углу всегда есть там соцсети, Одноклассники, ВК, Facebook. В общем, все-все-все, и почта тоже моя электронная есть. Я всегда, всегда отвечаю всем, всегда радуюсь, восхищаюсь вместе с вами. И вот тем вещам, которые вы вяжете вместе со мной. И мне прямо очень это нравится. Если вам вообще нравится вязать со мной, вы, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Я вас всех люблю, всех ценю. Увидимся. Пока-пока.